Человек, который произвел фурор на ТВ. Человек-лев, царь зверей. Хочется в первую очередь поздравить с этой победой. Я думаю, очень сложной победой. Сложно-сложно было наверняка. Шоу «Маской» мы тут успели до твоего появления поговорить с нашими подписчиками о том, что стало самым рейтинговым шоу за последние 4 года на российском ТВ. Да. Вот тебе, как участнику, мне кажется, должно быть виднее, в чем секрет в этом замесе масок и всего? А в чем секрет того, что такие рейтинги? Мне кажется, в том, что это, во-первых, это не форматное шоу, такого еще не было. Это что-то новое, что-то интересное. А новое, как правило, всегда это, ну, да, что-то вызывающее такое, какой-то всплеск, волну среди людей, потому что настолько все стало обыденным, неинтересным. Из года в год проходят всякие шоу, где люди поют, там уже все придумали. И там с поворотом, когда не видно участника, там нажимаешь кнопку, поворачивается там один из жюри и понимает там, кто это. Потом идут все равно, ну, в целом, каждое шоу, оно так или иначе, ну, примерно где-то одинаковое. То здесь это необычный формат, когда до последнего момента, пока жюри не снимут маску, они не понимают на 100%, кто скрывается под маской. И плюс это, конечно, наверное, микс, некий микс, когда участники могут экспериментировать и делать какие-то интересные выступления, менять формат, выходить за рамки привычного. Да? Ну вот, допустим, я 100 лет не пел академическим классическим голосом, а здесь предложили, я говорю, ну давайте попробуем. И это получилось прикольно, на мой взгляд. Хотя этого не делал вообще, может быть, никогда бы я вообще уже и не использовал этот навык, но вот в этом шоу пригодилось. Слушай, а вот о самом главном, сколько весит вот этот вот весь костюм? Вот эта вся красота, сколько она весит? Меня, наверное, самый часто задаваемый вопрос, постоянно спрашивают, я постоянно вспоминаю, что у меня болит шея от этой тяжеленной маски. Костюм весит, ну, где-то примерно 20 килограмм. Маска весит, ну, килограммов 5, но когда ты проводишь несколько часов в маске, и, естественно, она держится только на голове за счет шеи, и у меня вот после проекта есть некий минус о том, что у меня вот, ну, проблема с шеей теперь, она побаливает до сих пор еще, хотя уже... Травма профессиональная. Да, но ничего страшного, переживу, я думаю. Это все равно все жертвы, которые были принесены ради шоу, они все стоили того. У нас тут есть девочка, она твоя ярая фанатка. Это барышня посмотрела, барышня, чтобы ты понимал, живет, растет в Германии, то есть мыслит по-немецки, учится по-немецки, но она просмотрела из-за тебя все серии шоу и прислала тебе вопрос. Я надеюсь, ты его услышишь. Привет, Анатолий, я из Германии, мне 5 лет, меня зовут Милана, и тебе... У меня вопрос. Тебе было всегда тяжело во всех передачах менять голос? Пока. А, это очень мило. Так, ну что, менять голос, ну, безусловно, конечно, были сложности. Были сложности, потому что, опять же, не все то, что я исполнял, я раньше слышал даже, не то, что пробовал там исполнять. Некоторые песни я там даже, ну, там где-то мельком проходили мимо меня, использовал в репертуаре. Никогда даже, когда пел в ресторанах, где-то на корпоративах. Вот, поэтому были сложности, да. Даже не с тем, что нужно менять голос, а даже с тем, что в целом были сложные вещи, материал, который никогда не исполнялся мной ранее. Поэтому
прям порой было очень сложно. Я помню, вот даже самый первый мой эфир, песня «Сия Шанделир», которую, естественно, я слышал, но никогда не исполнял, были сложности, потому что в тот период я прям накануне заболел. И, ну, я не знаю, три... Просто так, как это был первый выпуск, у нас до этого были репетиции, я где-то 2-3 недели я прям мучился, потому что я не мог ее спеть как нужно. И болел. И вот, слава Богу, ближе уже к выступлению я более-менее пришел в себя, поправился, и все получилось. Но было очень много переживаний. На самом деле я думал, вот это, конечно, будет облом. С первого же выступления уже, грубо говоря, ну, сам все себе испортил тем, что заболел, не смог спеть. А вещь такая сложная, потому что она в женской... Сложная песне, и вообще такая... сложно петь, я думаю. В принципе, женская песня, да, там такой немаленький диапазон нужен для того, чтобы ее исполнить. Было очень сложно, но совсем справились, и я прям мега счастлив тому, что это все получилось. Ты смотрел оригинальные выпуски шоу «Маска»? В 2015 году в Южной Корее появилось вообще это шоу как идея, и потом уже американские форматы выпустили, уже дошло до России. Ты смотрел каких-то предшественников? Самое интересное, версию не английскую, но это, конечно, прям для меня это было очень странно, когда мне предложили поучаствовать в шоу, где нужно петь в маске полностью. Это было прям мега странно, но потом, когда я вот посмотрел несколько буквально выпусков зарубежных, я понял, забрать льва. То есть да. Оно того стоило. Меняем локацию, конечно, ищем конечно. Точки интернета. Да, а будешь смотреть второй сезон? Конечно, безусловно. Я, как и все, буду с удовольствием смотреть второй сезон. Я думаю, что после такого бума второй сезон, то есть если по рейтингу смотреть, и первый сезон смотрел каждый второй человек в России, я думаю, что второй сезон будет смотреть прям каждый человек. Я с нетерпением... Каждый жду. Первый и не только. Да, и в целом, конечно, обещают, что уже в феврале стартует второй сезон, поэтому будем ждать. Я надеюсь, что он стартанет, и я с удовольствием буду сидеть и смотреть. Слушай, а вот по поводу шоу, в общем-то, поговорили, да, это такая большая-большая история, новая веха, и мне кажется, это шаг в сольную карьеру, которую ты начинаешь. И прежде чем обсудить уже непосредственно твой сольный проект, да, Цой, хотелось бы, ну, как-то, чтобы ты подытожил 5 лет М-бэнда. То есть это то, с чего все в твоей большой карьере начиналось, и... Ну, если честно, громом среди ясного неба было сообщение о том, что Константин Меладзе распускает группу. Каким образом принимали решение? Это конфликтное решение или это вот посидели, подумали, что пора идти дальше? Но самое, наверное, клевое то, что мы одни из немногих бойсбендов, групп, которая разошлась мирным путем, без вообще каких-либо конфликтов. Пришло просто общее понимание, что пора двигаться дальше, пора уже, собственно говоря, начинать каждому из нас сольную карьеру, потому что мы в какой-то мере уже переросли группу, каждый из нас. Как бы это больно не звучало, как бы больно не было каждому из нас, конечно, нужно было признать, что уже, ну, скажем так, группа не на такой волне, как раньше, и что уже все-таки разделились, скажем так, и аудитория, которая слушает нас, да, ну, то есть разделилась она по вкусам, по возрасту, вот, и, конечно же,
каждый из нас уже, так как мы выросли, у нас тоже, то есть разная жанровость, это сейчас будет уже понятно, уже потихоньку понятно, потому что Тёма сделал, выпустил свой релиз песни, сейчас Никита будет выпускать, я выпускаю, ну то есть наша музыка, она разнится, и это, то есть, было с самого начала, собственно говоря, наверное, по такому критерию собиралась группа. По такому принципу, да, вас же и отбирали, то есть, да, как бы разные, да, мальчики, абсолютно разные вокалы, разные музыкальные направления. Да. Слушай, ну вот мы, конечно, следим за всем происходящим на российской эстраде, в том числе отследили выход там твоего первого релиза. Соответственно, сразу после шоу вышла песня «Позови меня с собой» в этой крутейшей аранжировке. Но можно ли это считать определенностью в твоем будущем жанре? То есть ты будешь дальше делать такую популярную, качественную музыку, или все-таки будут какие-то отхождения, хип-хоп, рэп? Я думаю, что мы все-таки нашли в какой-то мере, благодаря проекту, нашли направление, которое долго искали, куда двигаться, именно в каком жанре. И я понимаю, что это самое близкое мне, потому что, ну, у каждого человека есть свой, скажем так, да, какой-то талант именно в какой-то определенной теме. И вот для меня, скажем так, для моего голоса подходят вот такие песни, которые звучали на проекте. То есть они голосовые, то есть они там, где есть драйв, мощь, где можно показать голос. И надо петь. Где надо петь, да. Я это могу, почему бы это не использовать. Поэтому мы с Костей, с Константином Меладзе решили, что вот именно в этом, наверное, жанре мы будем начинать. Что будет дальше, конечно, загадывать не могу. Если предложат какую-то коллаборацию, и нужно будет зачитать рэп, ну, значит, нужно будет зачитать. Ну, то есть патроном остается Константин Меладзе. Под его надежным крылом ты продолжаешь шествие по шоу-бизнесу. Да, 100%. Мы решили, что Костя знает, что со мной делать, и как раз Константин, как никто, умеет писать мега-крутые песни, голосовые. Можем вспомнить это на примере Валеры Меладзе, можем вспомнить это на примере Полины Гагариной. Сколько песен он написал таких, что просто душа разрывается, сердце плачет. Нет, если, конечно, за ширмой стоит Константин Меладзе, будет дело, это факт. Да. Смотри, да, вот закончился такой этап под названием «М-бэнд». Начинается новая глава «Цой». Ну, ко всему к этому-то привело что-то где-то там раньше. Я знаю, что ты из Казахстана. Я не просто так спрашиваю, я прямым текстом скажу. Среди подписчиков «Картина ТВ», среди слушателей радио «Картина» просто невероятное количество репатриантов именно из Казахстана. Очень ревностно эти люди относятся к своей культуре. На самом деле такого вот национального единения его еще нужно поискать. И я думаю, на твоем становлении же тоже сказалась вот та казахская школа музыкальная. Ну, конечно, в какой-то мере, да. Но у нас в целом в Казахстане, ну, безумно много талантов. Есть, конечно, свои нюансы, о которых, когда я приезжаю в Казахстан, обязательно при каждой возможности в интервью я говорю, для того, чтобы все-таки хочется, чтобы на моей родине развивался тоже шоу-бизнес и росли таланты, а не только уезжали. Вот. Потому что, ну, очень многие талантливые люди, которые не нашли себя у себя на родине, они уезжают, и в основном это, естественно, Россия. Потому что здесь шоу-бизнес такой уже давно матерый, такой уже большой, разросшийся. Масштабный. Ну, можно сказать, что по всему СНГ эпицентр – это, естественно, российский шоу-бизнес, Москва. Поэтому сюда все рвутся, и я даже понимаю, почему, собственно говоря, я тоже в какой-то период своей жизни так и сделал. Но, тем не менее, никогда не забываю про свои корни. Этому нас обучают с самого детства. Помнить свою родину, почитать. И наши за наших, как бы, всегда. И в огонь, и в воду всегда идут. Вот, ну, можно следить, как раз отследить по шоу, по различным конкурсам, где я участвую. Огромное количество казахстанцев следит, переживает, болеет. И, ну, это, конечно, очень круто. Такой вопрос с подковыркой. По-казахски можешь что-то сказать? Ну, там, не знаю, привет землякам. Помнишь язык?
Ну, конечно, не, в целом я вообще понимаю казахский язык, потому что с детства жил, учил казахский, я даже пел очень много на казахском. Вот. А есть для какие-нибудь теперь, именно твои казахский. Авторские песни по-казахски? Не, авторских не будет, потому что я навряд ли напишу что-то, потому что не настолько владею казахским языком, но могу научить тебя нескольким нужным словам для того, чтобы быть в Казахстане. Знаю, только без мата, я согласна. Нет, кстати, чем, наверное, отличается вот казахский язык, там очень редко обучают матерным словам, потому что... Да, в отличие от русского. Да, обычно, да, но если русский язык, то сразу в первую очередь обучают матом, вот, чтобы, по крайней мере, знали. Ну, салем, либо говорят... Салем, да. Говорят салам. Рахмет, это спасибо. Благодаря нашим подписчикам я эти слова знаю, давай посерьезнее. Вот, ну, нужно знать обязательно калайсан. Калайсан? Как? Калайсан. 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 Калайсан, ну, да. Будем считать, я выучила. Да, калайсан это как дела? Всегда говорят типа... Калайсан, звучит как андроидный коллайдер. Да, калайсан. Да, примерно так. Ну, то есть, по сути, казахский очень, очень легкий язык, поэтому говорят... Калайсан, как дела? Типа, как ты? Чё почём? Как оно? То есть в объективе всегда говорят калайсан. Вот. Иногда даже не здороваются, просто говорят калайсан. Вот. И саубол. Саубол – это до свидания, пока. И когда человек чихает, говорят тоже саубол. Потому что саубол дословно переводится... Не будьте, ну, переводится как, по сути, будьте здоровы. И когда прощаются, желают как бы хорошего, да, говорят, саубол, типа, всего хорошего. Поэтому... Я теперь произведу фурор среди наших подписчиков. Я теперь свой человек. Здорово. Ну, круто. Слушай, а по поводу казахского вообще и шоу-бизнеса, да, и прошлого, ведь твое такое... Уверенное восхождение в российском шоу-бизнесе опять-таки начиналось там. Ты ходил по талант-шоу. Я знаю, что ты участвовал в «Суперстар Казахстан», в «Икс-факторе». Да. И уже только потом случилось шоу «Хочу к Меладзе». Все верно. Там эти талант-шоу настолько же популярны, как и в России? То есть так же люди смотрят? В рамках Казахстана, да. То есть в рамках Казахстана «Суперстар КЗ» это был... главный шоу страны, как, по сути, «Голос» в России. Mm-hmm. После этого был «Экс-фактор», потому что это те же организаторы, которые сделали «Суперстар КЗ», просто они решили его уже больше не выпускать, потому что он уже надоел людям. Сделали новый формат, взяли новую лицензию, сделали «Экс-фактор». Опять что-то новое, что-то интересное. Те же организаторы. И я прям на первый сезон пошел. И стал финалистом. И это было тоже главным шоу страны. То есть все смотрели, потому что показывали по первому каналу. В Казахстане есть свой первый канал, ну тоже филиал, да, российский. Где его нет? Да. Он называется Первый канал Казахстан. То есть, ну, аналог первому нашему каналу, поэтому здесь ну, mm-hmm. Такая же история. Очень масштабно, глобально вся страна смотрит, потом гастроли, но все это в рамках только нашей страны. То есть вот в чем минус. То есть плюс России в том, что ты становишься известным в России, в Москве, тебя показывают по ТВ, и тебя также транслируют по всем странам СНГ. И не только СНГ. Ну да, взял Москву, взял весь бывший Союз. Бывший Союз. Слушай, абсолютно точно. Вот смотри, история, да, ты приходишь на шоу «Хочу к Меладзе». Да. Ты попадаешь сразу после шоу в группу. Честно тебе сказать, я очень хорошо помню этот год. Мы наблюдали за тем, что происходит, опять-таки, для того, чтобы быть в курсе, чем дышит российский шоу-бизнес. И, ты знаешь, для меня было большим удивлением, что группа M-Band после шоу, во-первых, продолжала существовать, во-вторых, она выстрелила, и, в-третьих, она просуществовала так долго, потому что ну, просто какое-то невероятное количество всех этих талант-шоу, люди ходят, что-то выигрывают, да, им похлопали, через 5 минут забыли. Ты сам прошел через 2 таких шоу, прежде чем попал к Меладзе. Не было вот какого-то ощущения, что, ну, блин, а зачем? Ну, я там финалист, а где же результат? Шел с надеждой или это было отчаянием? Нет, это была цель, потому что я знал, чего я конкретно хочу, и в тот период, когда я
пошел и, в принципе, остался на «Хочу к Меладзе», я в этот же период отказался как раз-таки от главного шоу страны на тот момент, от проекта «Голос». Именно вот ты очень правильно заметила, что, к сожалению, очень многие талант-шоу проходят ради шоу. То есть это веселит народ, люди смотрят, все классно, но как только оно заканчивается, все те люди, которые принимали там участие, остаются за кулисами. То есть и их больше никто не видит. Гаснут софиты, и все завершилось. Да, вместе с шоу. Вот, то есть это конкретно просто развлекательное шоу, которое веселит людей, развлекает, они смотрят и потом их все забывают. Почему я остался на проекте «Хочу к Меладзе»? Как раз-таки потому, что там я видел свою перспективу, видел цель, потому что за этой целью, за этой перспективой стоял Константин Шатаевич, который четко понимал, что он набирает бойсбенд, и после этого шоу этот бойсбенд будет развиваться в шоу-бизнесе, будет гастролировать, будет радовать народ. Естественно, я, увидев эту цель, я, ну, то есть мне уже было без разницы, хотя я никогда не пел в группе, то есть, ну, до этого была у меня там группа, но это не группа, мы были вдвоем, это был практически кавер-группа, да? Была кавер-группа, и еще была у меня группа, когда я жил в Кыргызстане, у меня была группа полноценная, то есть тоже в шоу-бизнесе, но нас было двое, это был дуэт. И вдвоем, чем больше людей, тем тяжелее в любом случае делить партии, делить сцену, делить известность, делить поклонниц, делить деньги. Все нужно делить на, ну, то есть, да, на определенное количество людей. Чем меньше людей, это сделать проще. То есть вдвоем договориться, естественно, проще, чем да, втроем. Поэтому такие моменты, конечно, но здесь очень многие спрашивают, как ты смог переступить там через себя, потому что ты привык всегда сольно. На тот момент я четко понимал, чего я хочу, что мне нужно для достижения цели. И группа, она была очень крутым этапом для всех нас, когда мы, вот, собственно говоря, некий трамплин, который нас как раз-таки привел к сольной карьере. Потому что если бы мы это сделали в начале нашего пути, не факт, чтобы кто-то из нас вообще был услышан среди людей. Поэтому группа всегда остается в сердце, всегда будем благодарны этому периоду. Благодаря этой группе о нас узнали люди. А по-честному, были терки в МБДе? Ну, делили же и те же партии. Нет, этого никто не скрывает. Терки были не просто терки. У нас были конфликты, у нас были драки, у нас были моменты, когда мы хотели распасться еще прям давным-давно. И там были моменты такие. Мы никогда не скрывали, просто мы никогда не выносили ссоры из СБ. Ссоры из СБ. Да, мы решали все как бы по-мужски, конфликты конфликтами. Потом, ну, то есть, опять же, здесь плюс, потому что это бойсбенд. Да, они женская. Ну да, с девочками было бы сложнее. Девчонки, они же если ругаются, то они сразу насмерть. Если они обижаются, то до гроба жизни, ну по гробу жизни вообще. То есть ну, у женщин же не бывает золотой середины. А они, ну как бы, если обижаются, то все, я обиделась и все, и не прощают. А у нас здесь мы поругались, конфликтанули. Через 5 минут забыли, рукой махнули и дальше работать. Ну, то есть, и часто были конфликты, реально. Очень много, потому что каждый из нас отстаивал в неком плане свои права, потому что каждый из нас является лидером, каждый имеет свои амбиции, свой характер. Ну, это нормально. Это нормально, действительно. А есть какая-то вот песня из репертуара M-Band, которая останется навсегда твоей самой-самой любимой? Практически каждый концерт в группе, будущий в группе еще, я всегда объявлял одну песню, я говорил, одна из самых любимых песен «Посмотри на меня». Это вот, не знаю, почему-то очень особенная. Но она песня. Очень лиричная такая. Да, написал ее Константин Меладзе, и она... И этой песней мы заканчивали практически каждый концерт. И вот эта песня прям в душе. Слушай, у меня... Глубоко. У меня вопрос есть, вообще он, так сказать, предназначался для дальнейшей нашей беседы, но смотрю на комментарии, тут невероятное количество любви к тебе, боже мой, рассказывают, какой ты красивый, как тебя любят. Это, конечно, все приятно, спасибо. Но есть разные комментарии, да, я смотрела перед тем, как
общаться, Инстаграм твой, да? Угу. Да не только твой, в принципе, в любую соцсеть сейчас заходишь, и есть какое-то невероятное количество людей, которые, ну, я бы сказала, ведут себя странно, ну, то есть, как бы, без какой бы то ни было подоплеки, без какого-то ни было бы личного знакомства, они высказывают очень странные такие определения в адрес других людей, особенно если человек известен, знаменит, это прям святое дело. Да. Я где-то читала в твоем интервью, а? Это сейчас модно стало. И интернет-войны, вот эти, когда чужие люди учат тебя жить. Да-да-да, в лучшем случае учат, а в худшем еще диагноз тебе ставят, какой да. ты там, не такой, не сякой. Я читала в одном из твоих интервью, ты как-то сказал, да, ну это, мне кажется, нормальное, здоровое отношение к хейту, ну типа, ну хейт и хейт, если критика конструктивная, окей, там, если просто гадость, ну просто гадость, человек там не воспитан, у него... Что-то не так, идем дальше. Это, конечно, все так и правда, но вот по-честному, вот не было такого, что кто-то задел, какой-то гадостью написано. Было, ну, так, конечно, как-то... особенно вот по началу, когда ты приходишь только в шоу-бизнес зеленый, молодой, ты воспринимаешь все, естественно, настолько близко к сердцу, и когда тебе пишут, это так ранит, когда пишут всякие гадости, и ты не понимаешь, за что. Я же ничего тебе плохого не сделал. И плюс, скажем так, я из Казахстана, да, жил какой-то период в Кыргызстане, и что там и там. У нас менталитет такой, но нельзя просто так человека оскорблять. Потому что если ты, по сути, по факту, ты пишешь это, ты говоришь это, ты излагаешь свою мысль, и если ты так считаешь, ты должен ответить за свои слова. У нас как бы всегда было так. И я, ну, как бы этого очень долгое время не принимал и не принимал, но потом после какого-то периода жизни, когда пришел, наверное, ну, опыт, что ли, не знаю, образовалась некая броня к этому всему, и ты понимаешь, какие люди это пишут, ты перестаешь... Вырабатывается иммунитет. Да, иммунитет абсолютно точно, и в целом тебе даже становится жалко, что ли, этих людей, потому что они в какой-то мере так, вот только так они умеют как бы показывать свои чувства, свои эмоции, только в плохом, но не могут по-другому. И тебе действительно становится жалко этих людей, но живут. То есть в какой-то период, я клянусь, я даже блокировал, и очень много. Я прям сидел, чистил комментарии, блокировал. Сейчас пишут, не абсолютно все, но пишут. Ну, пишите, это ваше мнение. То есть даже не бан? Даже не бан, пишут, да. Но бывает, когда переходят уже на личности, и я вижу, что кто-то, да, один хейтер начинает прям там матом писать там какие-то комментарии моим подписчикам, да, ну, то есть они там пытаются, причем я настолько горжусь своей аудиторией, потому что они, когда вот появляются какие-то хейтеры, появляются какие-то споры, конфликты, дискуссии на моей странице, они настолько адекватно реагируют, то есть раньше, поначалу, я помню, может быть, это, знаешь, было прям дикое какое-то фанатство, именно когда только появилась группа, и не дай бог кому-то написать что-то плохое про нас, там, и про меня, там просто как пираньи накидываются и просто уничтожают, но где-то они прям перегибали палку, потому что, то есть, они сразу переходили на личность и тоже там десятиэтажным матом просто там покрывали. Это, я считаю, неправильно. Но сейчас, когда эта аудитория очень сильно подросла, появилась новая аудитория благодаря шоу, появляется, в принципе, новая аудитория. У меня в целом, я думаю, что из группы была всегда самая взрослая аудитория, так как я как бы сам... самый старый был в группе, вот можно так сказать. Поэтому не надо про возраст на одногодке. У меня взрослая аудитория, очень адекватная, и вот когда происходят какие-то конфликты, как они отвечают? Я просто читаю, и я реально ими горжусь. Что люди очень точно, очень по-взрослому раскладывают все по полочкам, что, как, где, как, объясняя людям, что они не в том месте решили там устраивать... Не туда зашли. Да, устраивать какие-то разборки, писать какую-то чушь.
как они это четко и грамотно делают по-взрослому. И я просто, мне прям гордость. Я думаю, вот, вот это моя аудитория. Те, для кого я хочу выступать, для кого я хочу дарить эмоции, свои чувства, свои песни, свое творчество. Это круто. Вот, поэтому очень круто. Сейчас реально я перестал вообще переживать за что-либо. Главное, чтобы моя аудитория была довольна, чтобы они были счастливы, им нравилось то творчество, которое я делаю. Слушай, ну, говоря о творчестве, ты же не только поешь. У тебя есть очень успешный YouTube-канал, да, полтора корейца. Я так подглядела, что, похоже, появился подкаст «Базара нет». Да. Помимо этого, марка одежды своя. Помимо этого. Я спрашивать, где ты там находишь время, не буду. Таких людей, как ты, где-то у вас там запасной 25-й час лежит в сутках, мы не в курсе. Не сталкиваешься с таким ощущением иногда, ну, тот самый пресловутый бернаут? Не выгораешь? Нет вот ощущения, вот, все, больше не могу, не хочу, не буду? Вот бывает. Стоп. Я же такой же обычный человек, как и все. Просто... Это просто с 25-м часом. Не, на самом деле, меня когда часто спрашивают, как ты все успеваешь, я так говорю, хочешь по секрету скажу? Она говорит, да. Я говорю, я не успеваю. Читайте в моей новой книге никак. Да, вот и весь секрет. То есть я не успеваю. И все время живу с этим ощущением, которое мне доставляет дискомфорт, что я не успеваю. И вот все время приходится очень много бегать, много работать. Но я кайфую от этого. Поэтому, собственно говоря, загружаю себя этим. Потому что по-другому я свою жизнь не вижу. То есть не могу сидеть дома. Вот сейчас самоизоляция, я не могу сидеть дома, не могу. Поэтому у меня самоизоляция в офисе, я сижу и просто работаю. То есть я самоизолировался в работу. В работу. Да, чтобы сидеть в офисе, по крайней мере, что-то делать, потому что иначе, ну, можно сойти с ума. Лично на моем примере я знаю, что вот 3 дня я улетаю куда-то на заслуженный отпуск, 3 дня, и на 4-й я начинаю уже всем звонить. Ну, как там дела? Как моя работа? Что там? Может, что-то надо помочь? Может, что-то это? А вы делаете вот это? И у меня начинается все, процесс, и я не могу остановиться, надо что-то делать. Да, что касаемо проектов, просто вкратце расскажу, что YouTube-канал сейчас заново, наконец-то, немного ожил. Мы еще сделали теперь еще мой отдельный YouTube-канал, где будет по части творчества выходить всякие разные интересные видосы. Потом сделали личный сайт, наконец-то. Теперь у меня есть сайт, как у нормального артиста, куда можно зайти посмотреть расписание концертов и все прочее. Был уже бренд одежды, свой бренд. Мы сейчас делаем ребрендинг, после карантина тоже будем запускать. Я надеюсь, что в планах у нас цель открыть 60 магазинов по России. Вот, и... Норм планы! Да, и, в общем, ну и, естественно, уже осенью стартануть, поехать по гастролям, и мы же планируем вместе с вами отправиться в Дюссельдорф. Вот, поэтому очень хочу и очень жду этого. Да, очень хочется верить, что жара придет наконец-то в Дюссельдорф, да. Что все вот это вот закончится и будет жара. Да. Слушай, вот я очень была рада возможности заранее поговорить, потому что вот мне всегда интересно, все люди творческие, да, ну, это действительно, это правильно, это уважительно по отношению к окружающим вас людей, говорят, мы, моя команда, ну, понятно, что как бы и ты в том числе, это результат труда целого коллектива людей. Твоя команда, это сколько? Вот, допустим, команда для Ютуба. Сколько человек делает твой канал? Сколько человек делает твой концерт? Ну, пример. Да, сейчас я быстро посчитаю. Есть две команды. Одна команда занимается реализацией бренда, занимается рекламой, занимается Ютубом. Это 1, 2, 3, 4, 5. 5 человек, которые занимаются... Немного. 6 человек занимаются Инстаграмом, Ютубом, занимаются одеждой, и они занимаются там креативом и рекламой. Надеюсь, с нами говоришь ты, а не кто-то из этих 6. Да, и вторая команда, это я себя не считаю, вот отдельных 5 человек, и отдельная команда, которая занимается конкретно творчеством, это концерты, съемки, гастроли, все, что по части творчества.
если брать во главе, естественно, Константин Меладзе, потом есть концертный директор, есть пиар-менеджер, есть личный менеджер, есть СММ-менеджер. Тоже 5 человек, не считая меня. Вот за них несешь ответственность непосредственно ты или все-таки Константин Меладзе? Что по части творчества Константин Меладзе, что по части вот всей истории интернет, одежды, рекламы, креатива, YouTube-проекты, это уже, конечно, я. Отстегивает ощущение, что за тобой люди? Да, конечно, очень всегда это ответственная тема, очень всегда переживаешь за это, всегда переживаешь за них, переживаешь за себя, за все дело, которое происходит. Вот. И, конечно, иногда крыша едет прям по полной, потому что иногда... Как на место крышу ставим? И нервы не выдерживают, и да, потом все, не знаю, время как-то все расставляет на свои места, как говорится. Здесь момент такой, что ты просто неотъемлемая часть команды. У нас нет такой, знаешь, истории, что во главе стоит вот там Анатолий Васильевич, как они меня так называют по работе, и все остальные. Нет, простите, Анатолий Васильевич. Да, у нас есть команда, которая вот, ну, мы просто неотъемлемая часть пирога, одного целого пирога, и каждый из нас это часть этого пирога, и чтобы он был всегда цел, красив, и един, нужно все время работать сообща. Мы стараемся это делать, стараемся идти друг другу на компромиссы, понимать друг друга, любить, уважать. Вот. И в целом эти две команды, которые мы собрали буквально за несколько месяцев, до этого у нас была другая команда, одна единая, которая делала все. Хотя две тоже, одна по части творчества, одна по другой, но было больше намного людей, было человек 20, но в один день, когда пришло понимание, что мы делаем все не так и отстраивать уже что-то поздно, и, ну, там, перестраивать и придумывать, вот тогда у меня поехала крыша прям очень сильно, и в один день мы просто, к сожалению, со всеми попрощались и собрали новые две команды. Но суть в том, что с той командой предыдущей мы работали очень-очень много лет. Количество той команды превышало нынешнюю раза в 4, но итога и выхлопа не было даже и половины от того, что происходит сейчас. То есть сейчас, что первая команда 5 человек, что вторая команда 5 человек, делают такие невероятные вещи. То есть я прям захлебываюсь в работе. То есть я чувствую, и мне это нравится, и я чувствую результат. То есть результат, который просто каждый день налицо, и мы это чувствуем, потому что, ну, во-первых, все сразу измеряется. Мы самое крутое, что мы единомышленники, и у меня, что в первой команде, что во второй команде, никто не работает за деньги, в плане того, что все их получают, но цель не деньги. Цель – это успех. Цель – это достижение нового. А в чем успех измеряется? А, еще раз. Для тебя, для твоей команды. В чем успех измеряется? Для тебя, для твоей команды. Успех – это вот любая поставленная цель. У каждого человека есть определенные цели. И есть определенные дедлайны, когда эту цель нужно выполнить. Ну, то есть, да, задачи. И когда мы все выполняем свои задачи, у нас достигаются определенные цели. Допустим, нам нужно сделать то. Моя цель главная была победить на проекте «Шоу Маска». Я это сделал. Здесь отсюда вытекает история у всех остальных. Делать контент, делать подборки, делать новые шоу, проекты, участие в новых проектах. Там, ну, там столько всего, и у каждого прям куча задач, которые он должен выполнить. И когда это все в целом выполняется, у нас, соответственно, повышается на нас спрос, на нас, я имею в виду, да, на меня, на наш бренд одежды, на YouTube-канал, появляются какие-то рекламные интеграции. И оттуда, ну, то есть деньги приходят сами, когда у тебя есть успешные завершенные задачи. Вот, собственно говоря, все участники большой семьи нашей, очень клевые люди, они все мои единомышленники, еще раз повторюсь, и благодаря этому повышается, собственно говоря,
и спрос, и повышается зарплата у каждого из участников. Это круто. Так, про разное, умное, сложное, важное поговорили. Давай поиграем. Давай. Давай. Очень просто. Было-не было. Что было, чего не было. Ты когда-нибудь забывал слова песни во время выступления? О, 100 раз было. Как выкручивался? Коротко расскажу. Самое смешное, это практически 6 лет. Практически на каждом концерте, а их было просто сотни, петь песню «Она вернется» и однажды спустя 5 лет выйти на сцену и забыть слова. Это был шаг просто. Это было просто, я думаю, что? Мы заходим за кулисы, пацаны говорят, что с тобой? Я говорю, вы не поверите. Я поднимаю микрофон, а в голове чистый лист. Вот просто не помню ни слова, хоть убей, как будто вообще никогда не... Как выкрутился? Но это такая история очень крутая, знаешь, которую рассказывала Алла Борисовна. Когда она как-то вышла на сцену, начинается песня, она понимает, что забыла слова, и такая протягивает микрофон в зал. А в зале такие все растерялись, и она говорит, ну как вам не стыдно, не знаете такую прекрасную песню? Вот я примерно так же и выкрутился. Переложить ответственность, нормальная тема, работает. Дрался в клубе когда-нибудь? В клубе? Постоянно. Ну да, постоянно. На тусе. Я работал в клубе, был когда-то ведущим. Мой МС? В четверг я был МС, устраивал там всякие конкурсы, вел, там было прикольно. И каждый четверг после всей этой крутой тусы у нас была драка, ну вот прям постоянно. У нас традиция, 31 декабря. Только у нас традиция была каждый четверг. Ты писал когда-нибудь что-нибудь нехорошее в комментах анонимно? Неважно кому. Сейчас вспомню. Плохое? Нет, ну если только в шутку. В шутку я могу написать какую-нибудь гадость. Это говорят, я просто пошутил. Да. Нет, но я вообще не люблю вот эти вот интернет-истории. То есть, если я человеку хочу сказать что-то плохое, я прям могу сказать это в лицо. А, нет, помню. Не анонимно, а прям в комментариях, когда какой-то там меня тип один разозлил, написал что-то плохое. Это вот возвращаясь к хейту. Он написал что-то плохое, но он там оскорбил не меня, а кого-то из моих то ли друзей или родных, близких. Mm-hmm. Я очень не люблю эту историю. То есть, если про меня, там мне вообще все равно. И он что-то написал плохое, я ему прям очень жестко ответил. Даже хотел его... Поговорил с клиентом на его языке. Да, я даже хотел его выложить в сторис и написать, типа, приезжай, поговори. Пас. Так, откровенничал когда-нибудь со случайными попутчиками? У тебя постоянно переезды, перелеты, ну там сесть, поговорить за жизнь. Да, конечно. Вот это вот три короба, да? Самое интересное, это обычно либо поезд, либо самолет. В самолете я стараюсь всегда спать, но бывает, когда по соседству сидит человек, которому ну очень хочется с тобой поговорить. Надо да. Поговорить. У меня было такое один раз, когда я всем видом показывал, что я реально очень хотел спать. Я прям, отвечаю, и прям вот показываю, что я как бы засыпаю. Наушники, книга, подушка, конечно, я хочу говорить. А вот расскажи, как вообще сложно вот это, да, наверное, быть артистом. Я, сложно. И опять за своем. А как Константин Меладзе-то? Хороший мужик. Я, опять засыпаю. И вот это вот весь полет, я думаю. И мне, просто в силу моего воспитания, не могу сказать, мужик, отвянь, дай поспать. Не могу так сказать, потому что, уважение, человеку интересно, но я как бы из уважения... Надо было переходить на казахский, сделал бы вид, что не знаешь русского. Да, в следующий раз так и сделал. Ты когда-нибудь знакомился в сети с девушками? Да, конечно. Конечно, было. То есть, это нормальная практика, потому что особенно это был самый, наверное, яркий период знакомство, когда только появилась вообще сеть, интернет, когда появилась Аська. ICQ, я там купил себе номер. И... Боже, какие мы древние! Он говорит, да! Так я же седой вообще просто закрашиваю. Вот. А ты когда-нибудь стригся на лысо?
В детстве меня стригли, а после этого вот нет. Как-то... И после этого ювенальная юстиция появилась. Рука не поднимается. Хотя хотел, знаешь, вот перед карантином бахнуть. Думаю, все равно, вот сейчас вот весь оброс, но рука не поднимается. Все время, знаешь, а вдруг пригласят на Первый канал. А потом я, оп, и я лысый. И Константин такой, Эрнст, говорит, слушай, а лысых-то мы не пускаем. И все. У нас есть ноги. По поводу... Так, я потеряла мысль. Ты когда-нибудь плакал над фильмом? Ну так, чтобы там слезинку пустил, да. Посмотрел, трогал. Да, когда плакал посмотрел? И не раз. Первый фильм, наверное, был, как и у всех. Это был, наверное, фильм «Титаник» в детстве. Потом я первый раз посмотрел мелодраму. Называется она «Если б только» и «If only». И когда я ее посмотрел... Там снимается Дженнифер Лав Хьюитт. Меня прям заставили ее посмотреть. Когда я посмотрел, я просто не сдержался. В конце пустил все-таки мужскую скупую слезу. Не зря заставили, не зря. Да, и с тех пор я, кстати, полюбил мелодрамы в какой-то степени. Начал их смотреть. Ну вот. Неожиданно. Да. Неожиданно. Фотошопил фотки? Свои. Ну, смотря что подразумевает, ну, фотошоп... Я на Бали. Может быть, да, может быть, были моменты, я точно не помню. Но, типа, фигуры, лицо нет, потому что, ну, я никогда особо не парюсь, хотя я все время парюсь над своей внешностью, занимаюсь там спортом. Но, типа, фотку, если выкладываю, я там не равняю, ну, потому что, ну какой есть такой, что делать? Ну, да, каким мамы родил. Тем более сейчас люди настолько... Не знаю, они вот как-то абстрагируются и сразу видят, вот сделанная фотка или по-настоящему. А сейчас поколение трушное, очень любят правду, очень топят, да, за настоящее. Поэтому стараюсь ничего не менять. Но когда-то, когда, может быть, только начиналась вот эта мода и вообще появился фотошоп, может быть, да, я что-то там делал. Я просто сейчас не припомню, но точно... Наверное, что-то делал. Какие-то фоны, может быть, там пальмы какие-то. Ну, конечно, я в Швейцарии, да, сидя в школе. Ну и из актуального нарушал карантин? Сидя за гаражом, говорю. Да-да-да, в школьном. Нарушал? Ну, по чесноку, да. Но у меня есть разрешение. Мы не у следователя, я не прокурор. Сейчас я могу уже рассказывать обо всем, слава богу. Ты сейчас задала вопрос, а у меня, знаешь, отторжение такое, потому что я уже за 3 месяца проекта «Маска» привык, знаешь, от всего отнекиваться. Это не я. Что? Не он это. Это реально уже стало привычкой. Нарушал карантин, потому что, собственно говоря, в момент, когда сказали уже самоизолироваться, сидеть дома, я ездил на проект «Маска». Мы еще доснимали. Но это по работе, это со справкой, да. Чего-то. Если говорить о отдыхе, что я куда-то выезжал и, как некоторые люди, жарил шашлыки в хорошую погоду, нет, этого я не делал. Не гулял просто так, не шлялся там, где попало, нет. Только исключительно по работе, поэтому здесь, ну, как-то меня совесть не особо мучает, потому что, ну, я делаю дела и стараюсь максимально не контактировать с людьми. Собственно говоря, понимаешь, все время при себе иметь, понимаешь, это не антисептик, это антисептище. Вот. Мой на рабочем столе. Ну, смотри, какие дела. Ты молодец. То, что ездил на «Маску», ты дважды молодец. Потому что это на «Маску». Это страна бы вот этого всего не увидела. На самоизоляции. Вот. Да, ну да, там такая маска, там от всего изолирует. Круто было пообщаться, потрещать, хотела сказать. Ну, как-то так, да. Давай под занавес, чтобы все знали. Я знаю, что у тебя 23 февраля уже был первый сольный твой концерт именно как проект «Цой». И когда следующий? Так, во-первых, очень радует, что у нас уже на осень есть десяток запланированных городов, куда мы поедем, отправимся с командой уже выступать сольно. Я надеюсь, до того времени все-таки уже закончится карантин, и мы сможем действительно реализовать эти концерты.
И следующий онлайн-концерт, я думаю, что он будет тоже скоро. Мы планируем, значит, сейчас программу, и в ближайшее время мы сообщим, нужно просто следить за соцсетями, следить за новостями. Мы всегда заранее всех оповещаем. Все, следите за новостями, за соцсетями. И я призываю всех абонентов «Картина ТВ» смотреть уже скоро совсем второй сезон шоу «Маска». В пакете каналов есть НТВ. Вот, я благодарна вам за беседу. Было весело, здорово. Надеюсь, тебе тоже. Очень, очень интересно. Спасибо большое. Милости просим с концертами, без концертов. Спасибо большое. Всего доброго. На связи. Пока-пока. Удачи.